всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал и на мое новое видео. И я хочу начать это видео с того, что я по вам очень и очень сильно соскучился. Соскучился по влогам, по такому вот спокойному, атмосферному общению с вами, когда мы с вами делимся мыслями, впечатлениями, эмоциями и различными новостями. И первым делом я хочу начать с того, что хочу извиниться перед вами за то, что так долго не выходили влоги, и на то есть причины, потому что я очень долго думал над своим влогом-каналом и хотел его сделать разнообразным и многогранным. И я понял, что мой канал не только посвящен именно влогам, а посвящен еще моей личной жизни в плане того, что я могу показывать еще какие-то обзоры, какие-то распаковки. Вот, к примеру, на моем канале уже вышел обзор игрового кресла. Какие-то мои приобретения, какие-то нововведения, какие-то разные новости. К примеру, какие-то рубрики. Ну вот ярким тому примером является рубрика, посвященная кей-поп миру. Это здорово, это реально здорово. Я делюсь с вами частичкой себя, именно тем, что я хочу, чтобы вы видели. Тем, что мне нравится, тем, что я хочу заниматься. Вот. Вот, то, что я хотел вам сказать, это такая вот важная для меня новость, это то, что я хотел вам сказать, то, чем хотел с вами поделиться. Поэтому еще раз хочу перед вами извиниться за то, что так долго не было влогов. И могу вам сказать то, что влоги у меня будут, я их никуда не дену, это 100%, потому что я хочу, чтобы мы вместе с вами проводили время, вот так вот общались, а вне влога мы этого сделать не сможем. И могу сказать вам то, что влоги будут выходить раз в месяц или же раз в два месяца, это 100%. Потому что я стараюсь, чтобы канал был многогранен по всем параметрам и по всем пунктам. Это первая новость. Вторая новость. Что я хочу? Я хочу, чтобы вы мне рассказали, как у вас дела, как проходит ваша жизнь, какое сейчас обстоятельство у вас в городе, какие у вас новости. Может быть, вы уже закончите 11 класс и уже будете поступать в университет или же в другое место, к примеру, или вы уже будете работать, или вы уже ушли с 9 класса, или у вас повышение на вашей работе. Все, что происходит в вашей жизни, пожалуйста, расскажите мне. Мне очень интересно, я хочу знать, что происходит в жизни моих дорогих и близких людей в вашей жизни. Я все буду обязательно ждать. Хочу вас взять с собой и хочу с вами пойти в центральный парк, который находится в центре нашего города, напротив мегацентра. Вот. Но сейчас он уже называется ЦУМ Чернигов, если мне память не изменяет. Вот. Туда мы с вами сейчас прямо сходим, вам все обязательно засниму, все покажу, чтобы это было красочно, красиво, атмосферно, эмоционально тоже. Итак вот, вы готовы? А я искренне надеюсь, что вы готовы. Поэтому давайте, собирайтесь вместе со мной, прихватите что-нибудь вкусненькое, чаек, кофе, какао, печеньки, снеки, еду. И давайте пойдем вместе с вами окунемся в эту яркую, прекрасную весну. Я вам всем хочу пожелать отличного дня, прекрасного настроения, приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра. Ну а мы погнали! We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody knows they love you like me.
don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder. Вот получается, мы с вами уже прибыли к Центральному парку, который прямиком возле мегацентра. Вот, и здесь у нас получается уже буквально где-то полгода назад, наверное, построили здесь скейт-парк. Здесь получается он есть на обеих сторонах. Вот здесь и вот здесь тоже. Я уже давно хотел вам это показать, но что-то никак не доходили руки, ноги, и не хватало очень сильно времени. Но сейчас, как раз уже, когда у нас есть периоды, да, когда мы можем отдыхать между экзаменами, поэтому могу спокойно выйти, вам это все дело показать, для вас это все заснять. Тем более, что здесь просто, посмотрите, весь парк покрыт этими прекрасными золотистыми деревьями. Это как раз тоже я хотел вам показать. Это вообще получилось случайно, когда я это увидел. Здесь их раньше вроде как быть не должно было. А возможно, я просто такой невнимательный. Это когда я ехал, получается, с центра домой, то просто заметил краем глаза, какая здесь красотища. Здесь просто все покрыто этими деревьями. Очень красиво. И здесь прям чувствуется, знаете, жизнь. Ходят люди, играют дети. Здесь с животными тоже прогуливаются. Вон там вот впереди мужчина с собачками и женщина тоже. И это здорово, это очень здорово. Еще и солнце такое яркое, красивое светит. И небо голубое. В общем, все сделано для того, чтобы просто радоваться каждый день. И меня это действительно очень-очень сильно радует. Получилось просто бомбезно. Ну, а если посмотреть вот так, так вообще... Ой, красота. Но здесь, конечно, гораздо лучше. Здесь прям вообще такое прям голубющее небо. Was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody. You like me, must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. I can't get you out. Why?
before. We don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would've known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. What kind of dress you're wearing tonight? If he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Повелитель голубей, да? Ну что же, друзья, вот такое вот видео получается, оно сами сегодня получилось. Я искренне надеюсь, что оно вам понравилось, потому что оно такое яркое, такое атмосферное, такое насыщенное. Ой, просто кайф. Здесь как раз сижу, и солнышко так еще греет. Кстати говоря, еще так лавочку прям нагрело. Прям вообще отлично. И вы заценили, как с голубями получилось здорово и красиво. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что вам тоже понравилось так же очень сильно. И день такой же яркий, насыщенный. Надеюсь, что у вас тоже. Я тоже с радостью прочитаю, что вы мне написали. Я надеюсь, что вы уже написали и не забыли. Такие вот, в принципе, дела. Значит, еще с масками, конечно, я вам скажу. Такое себе дело. Пока я ходил, снимал Time Warp для вас, то это, конечно, был капец. Потому что ты идешь, маска вся запотевает, потом ее девать некуда. Ты не знаешь, как ее снять, где тебе остановиться, чтобы потом себе работы при монтаже не создать. Ну, конечно... Ох, так припекает уже. Вот такое вот видео, в принципе. Надеюсь, вы посмеялись вместе со мной, отдохнули вместе со мной, заценили эту прекрасную погоду, эту прекрасную весну, эти золотистые деревья. Можно сказать, покормили. Угу. Покормили голубей вместе со мной. Вот. И вам это очень-очень сильно понравилось еще раз. Итак вот, пожалуй, на этом мое видео уже будет подходить к концу. Я думаю, что видео получилось, скорее всего, небольшим, но я акцент делаю не на время, а именно на качество, на то, чтобы видео было душевным. Я думаю, это один из самых главных аспектов для видео, чтобы оно человека зацепило, и тебе хотелось его посмотреть, улыбнуться, хихикнуть и просто посмеяться. А здесь один голубь до сих пор ходит вокруг меня. Его, кажется, хочется поснимать видео вместе со мной. Вот такие вот дела. И тогда получается, что увидимся с вами уже в следующих моих видео. Я всем хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку, за то, что вы посмотрели это видео. Огромное спасибо за ваши подписки на канал, царские пальцы вверх и комментарии. И также хочу сказать то, что если вам нравятся мои видео, хотите меня поддержать, то, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, делать красную кнопочку серой. О, солнышко вышло. Ставить свои огромные царские пальцы вверх и оставлять комментарии, чтобы я знал, что вам нравятся мои видео. Ну а мы с вами увидимся уже в следующих моих видео. И всем до встречи. И все покормите голубей. И всем пока-пока.